Здравствуйте! Компания «Оригами» представляет стаканчик для изготовления мороженого «Chill Factor». В стаканчике «Chill Factor» вы можете приготовить вкусное мороженое за считанные минуты. Для этого не нужны ни розетка, ни батарейки, ни миксер. Достаточно взять обычные ингредиенты, чтобы получить необычайно вкусное мороженое. Перед приготовлением мороженого положите стаканчик в морозилку на несколько часов. Я сделала это заранее. Теперь стаканчик готов. Начинается волшебство. Основа нашего мороженого – натуральные сливки. Наливаем их в мерную крышку. И добавляем по вкусу ягоды, орехи, джем, сироп, все, что вы любите. Закрываем. Переворачиваем, перемешиваем, открываем верхнюю крышку и начинаем сжимать. Чем дольше вы сжимаете, тем гуще получится мороженое. Несколько минут, и мороженое готово. Чтобы ничего не пропало, достаем его ложкой на длинной ручке. Секрет волшебства во внутреннем стаканчике. В его стенках соляной раствор, который после предварительной заморозки отдает весь свой холод сливкам, превращая их в изумительное мороженое. Для лучшего результата Chill Factor советует: используйте охлажденные сливки, понизьте температуру в морозилке. Для определения объема порции пользуйтесь мерными делениями на крышке. Чтобы не повредить внутренний стаканчик, не используйте металлические и острые предметы. После использования помойте стаканчик.